Следственный комитет края начал проверку по сообщению СМИ о смерти молодого мужчины, который скончался по дороге из туркомплекса «Бирюзовая Катунь» в Барнаул. Сообщение о данном инциденте появилось на одном из информагентств в интернете. По словам автора комментария, молодого человека накануне его отъезда из туркомплекса осмотрели медики, но они не усмотрели оснований для госпитализации мужчины. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Они оценят действия медработников на предмет ненадлежащего оказания медпомощи погибшему. Добавим, похожий случай произошел в крае в 2015 году. На озере Ая умер мужчина, которому отказалась ехать скорая помощь.